Война в Украине, торговля, сотрудничество, технологии, изменение климата. Эти и другие вопросы обсудили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Госсовета КНР Ли Цян. Межправительственные консультации состоялись в Берлине. Шольц призвал Ли усилить влияние на Россию для достижения справедливого мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН и защите территориальной целостности Украины. Ständiges Mitglied der Vereinten des UN-Sicherheitsrates trägt China hier eine ganz besondere Aufgabe. Auch in der G20 sollten wir hierzu gut zusammenarbeiten. Da ist es wichtig, dass China weiter keine Waffen an den Aggressor Russland liefert. Шольц отстаивал курс как на экономическую независимость от Китая, так и на продолжение партнерства с этой страной. Ли отметил, что Пекин хочет вывести двусторонние отношения на новый уровень. 应该更加紧密地携手合作，为世界的和平、为世界的发展做出我们两个国家更多的贡献。中国高度重视。 Как отмечают СМИ, по итогам консультации так и осталось неясным, какую позицию занимает Пекин в отношении войны России в Украине. После Германии Ли отправится во Францию, где примет участие в саммите нового финансового пакта, который проводится по инициативе президента Эммануэля Макрона.